Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике на примере насоса вибрационного NPF 2 Fortece я покажу, как можно новенький вибрационный насос подготовить к тому, чтобы можно было им поливать. Также покажу приспособы, которые я сделал в соответствии с инструкцией, чтобы это изделие прослужило дольше. Ну и прежде чем мы перейдем к виброгасителю, установке скважин, хотелось бы сделать небольшой обзор данного изделия. Насос, как вы видите, двухклапанный. Клапан 1, клапан 2. Инструкция идет и на одноклапанный насос, универсальная. И видим, что здесь номинальная объемная подача литров за секунду 0,16. Номинальный напор 60 метров, максимальный 80. Также, если здесь посмотреть, то есть инструкция, как надо в скважину его опускать. Но это проще увидеть более наглядно. На насосе шла только коробка вот эта, из довольно плотного картона. Видим 220 вольт, 240 ватт, максимальный напор 80 метров. Сам насос, который важит около 4 килограмм, вот этот насосик. Мне понравилось, что в нем. Обратите внимание, как соединяются две его детали. То есть, получается, здесь в корпусе проделана внутренняя резьба. И получается, этот болт, он заходит внутрь корпуса. То есть, снаружи нету гайки, которая бы ржавела. Вот. Название его полное. Тоже есть характеристики, мы видим. Указаны. И резьба под шестигранный ключ, шестерка. Можно проверить перед включением, чтобы вот эти гаечки на этой стороне и на этой были зажаты равномерно. Но при этом не стоит чрезмерно пережимать, потому что, видите, я чуть тут поджал, но это, в принципе, в пределах нормы. Потому что если вы их начнете чрезмерно поджимать, то эта резина начнет сплющиваться, и это может пойти обратный эффект. Также, если присмотреться, здесь есть не то шайба, не то гровер. Ну, с виду, вот если присматриваться, непонятно. То ли такая шайба с разрывом, то ли гровер. Ну, в любом случае, сделано аккуратно. Он дороже, чем малыши, дачники, урожаи. Шнур 8 метров с хвостиком, небольшим по своей длине. Ну и сейчас я покажу, какие приспособы можно сделать, чтобы уменьшить вибрацию и чтобы опустить ее в скважину или колодец. Забыл сказать, чем привлек меня этот насос, тем, что достаточно много сервисных центров. Например, даже в ближайшем городе от моего поселка, это около 50 километров, есть сервисный центр, что само по себе неплохо. Ну и теперь, как я закрепил канат, есть разные способы. Я использовал вот такой вот, решил подвес. В принципе, вместо этого можно было здесь использовать такую дугу из проволоки мягкой. Ну, я решил использовать два крючка, у меня было с порвавшейся резинки для велосипеда. Здесь можно, в принципе, соединение, чтобы не раскручивалось, опрессовать металлом, но я пошел более удобным путем. Взял, посадил это на двойную термоусадочную трубу. И теперь в отношении того, как я говорил, виброгаситель. То есть у меня скважина 50-ка, поэтому я сделал такой вот приспособ. Она брус 5-сантиметровый. Я прибил двойную камеру от велосипеда и тоже таким макаром подвесив, отцентрировал и присоединил тоже данный канат.
То есть я его даже тут, как вы видите, я немножко прокрутил и посадил на двойную термоусадку, чтобы он не раскручивал. Для чего это нужно? Потому что насос работает за счет вибрации. А благодаря тому, что эта камера, она как бы имеет определенный коэффициент упругости, то это смягчает вибрацию, которая подается на корпус. Шланг с насосом лучше, конечно, соединить проволокой, но я закрутил на хомут, который смазал жиром. Ну и потом я к шланге, в соответствии с инструкцией, прикрутил изолентой через определенное расстояние, сантиметров 50, может чуть больше, электрический провод, чтобы он не путался, когда его опускать в скважину. Ну и один из недостатков данного метода, что по мере того, как поднимается или поступает вода, необходимо поднимать приспособы. Сейчас весна, поэтому я подцепил ее наверх перекладины. Летом, когда вода начнет уходить, я просто возьму свою приспособу и положу поперек асбестовой трубы, чтобы насос тоже опустился глубже вслед за водой. Ну и давайте сейчас мы возьмем и включим его. И видим, пошла вибрация, видно, как канат данный вибрирует. Ну и посмотрим сейчас, какой будет напор. В принципе, данного напора мне достаточно. Думаю, даже вытянет и распылитель. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube.